В Москве на Соборной площади нарядили главную новогоднюю елку России. Дерево украсили по мотивам сказки «Морозко» необычными игрушками, напоминающими кристаллы льда и снега. В проекте использовано более 2 километров гирлянд, 38 светодиодных шаров и 32 прожектора, 300 метров бус и свыше 1100 украшений. Хочу сегодня вам представить главный символ наступающего 2021 года – ель, которую мы по традиции устанавливаем на Соборной площади. Это главная елка нашей страны. Ель, как обещают, будет красива в любое время суток и независимо от погоды, потому что украшения выполнены из блестящих материалов и будут переливаться и сверкать даже в пасмурный день. Ель доставили в Кремль из Нарофоминского лесничества. Возраст дерева – 96 лет.